С начала года по вине водителей автобуса в Сочи произошло 3 ДТП. 5 человек пострадали. В рамках операции на предприятиях, занимающихся пассажирскими перевозками, сотрудники полка ДПС и госавтоинспекции проверили техническое состояние автомобилей, выпускаемых на линию, и соблюдение условий труда и отдыха водителей. Всего за 4 месяца полицейские провели 23 таких проверки. Проходили и занятия на знание правил дорожного движения. Также постоянно ведется работа по выявлению нарушений водителями общественного транспорта. Подобные мероприятия в городе, отмечают в ГАИ, будут проводиться регулярно.